До нашої розмови Гаррі Табаха, капітана першого рангу ВМС у США у відставці. Пане Гаррі, вітаємо вас в ефірі Апостроф ТВ. Вітаю, Апостроф, вітаю, Україна. Що ж, з дозволу глядачів перейдемо на язик зручніше для розуміння для пана Гаррі, на російську мову. Собственно, последняя новость, фактически последних минут, это попадание нашими вооруженными силами по Антоновскому мосту у Херсонской области. Видим сейчас, и наши зрители видят это видео, видим, собственно, место попадания. По вашему мнению, можем ли мы говорить, чем именно попали наши вооруженные силы, поскольку, ну, вот этот пробел у моста, он не слишком велик. По крайней мере, на первый взгляд, на и то, как мы видим на кадрах. Смогут ли оккупанты проехать по этому мосту танками, гусеницами, судя по вот этой дырке, и насколько вообще для нас важно уничтожение Антоновского моста, стоит ли нам еще по нему бить до полного уничтожения? Спасибо большое, вы мне даете большое уважение. Я не артиллерист, я вижу, что попали вы в него, это точно, попадание есть, попали снарядом, да, это тоже мы можем утверждать. То, что мы видим, что, ну, на кадрах, что других попаданий вокруг моста нету, значит, вы в него целились, и значит, ваши артиллеристы не мазилы, они попали по мосту. И, конечно, мосты – это важные объекты, которые охраняются и которые должны быть. Потому что, опять же, это должны быть инженеры. Мосты – это очень сложные конструкции, хотя они выглядят довольно-таки как простые конструкции, но это очень сложные конструкции. Надо проверить, насколько есть трещины, какие повреждения у моста. Просто потому что мы видим одну дырку, мы можем не видеть другие повреждения. Так как я видел в начале войны, как россияне переходили мосты и другие преграды, для меня было очень странно, так как, ну, каждый сержант знает, что даже когда рота идет в ногу, когда она переходит мост, они должны перестать идти в ногу, чтобы мост не шатался. Ну вот россияне даже пускали несколько бронетехники на один мост, что, конечно же, опасно, и это не по, хотя бы не по уставу у нас в Соединенных Штатах Америки. Так что я не знаю, что, опять же, мосты – это очень важные объекты для военных. Иногда их нужно разрушать, и они разрушаются, чтобы приостановить наступление или остановить наступление врага, или подбить их технику, чтобы они попали в западню. Разные есть варианты. Но также мосты иногда нужны для того, чтобы ты провел наступление или провел диверсию, или еще для разных вещей, которые гражданским людям мы все равно не... Мы слышали, что оккупанты этот мост все равно заминировали до этого. Да, может быть, они его заминировали, может быть, они хотят его взорвать, но если они хотят его взорвать, значит, вы хотите его себе оставить. Хотят или вынуждены? Вот, может, это вариант на случай отступления с территории области. Все может быть. И еще раз я хочу подтвердить, что все эксперты, все специалисты, которые говорят, включая меня, мы не имеем полной картины боевых действий в этом районе. Эту картину имеет несколько человек, у которых есть стратегический план и оперативное расписание того, что нужно сделать для этого, для проведения операции целой. И иногда, может быть, вам мост этот и нужен, и вы его сохраняете. А иногда, может быть, его надо и срочно взорвать, а может быть, как. Эту картину имеет в вашем генштабе или хотя бы в штабе этого региона местного, и они решают это. Это не решение одного человека или одного командира, потому что это может повредить планы других командиров и другой операции, которые проводятся параллельно, если совместно с вашей. Поэтому, может быть, это предупреждение, что вы до этого моста достаете, и вы знаете, и вы можете в него попасть, но разрушать еще не хотите. Это может быть предупреждение врагу, что по этому мосту ходите аккуратно, потому что мы можем в вас попасть, и у нас есть такая возможность. Тут много сценариев, которых мы можем рассказать, потому что, повторяю еще раз, мост – это очень важный военный объект. Что ж, нас такие новости радуют, поэтому мы будем ждать еще подобных ударов. И еще одна интересная новость, которую хотели бы с вами обсудить, это покушение на Патрушева, вероятного наследника престола, скажем так, русского. И вот добавлю информации по-украински и, собственно, продолжим разговор. На ймовірного наступника Путіна вчинили замах. Джерела в російській владі повідомляють, що днями намагалися вбити секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева. Інформація про це і результати розслідування тримаються у суворій таємності, повідомляють російські ЗМІ. Патрушев нібито почувався зле ввечері після роботи, практично одразу після того, як зайшов додому. До нього одразу ж викликали бригаду медиків, вони терміново госпіталізували Патрушева до медчастини, яка обслуговує президента. Його стан стабілізували та відвезли додому. Результати аналізів показали, що отруйною речовиною була синтетична отрута. Патрушева врятувала своєчасна меддопомога і, ймовірно, недостатня висока концентрація отруйної речовини, що надійшла в організм через шкіру. Гарри, как вы считаете, кто может стоять за этим отравлением, могло ли оно быть? И, вероятнее всего, не так-то просто добраться до столь высокопоставленного чиновника в РФ. Соответственно, неужели ли покушались свои? Я не знаю, насколько эта информация... И мы не знаем. Но вы знаете, я могу просто думать вслух и думать, как я понял, его отравлением, да, попытались... Да-да-да, синтетическое вещество нашли в его организме. Понимаете, все, что исходит из российской информации, я не верю, я не доверяю, там всегда есть какая-то... обман или какой-то подлог, или они хотят нас ввести в заблуждение. Но это все равно приятно, что покушение на такого не человека, как Патрушев, было совершено. Но жалко то, что оно не получилось, и он оказался живучим гадом. И не знаю, ли это было сделано, или это они вкидывают какую-то информацию по какой-то другой причине, что, мол, видите, диверсанты украинские, там эти чеченцы или кто еще пытаются, значит, разрушить стабильность и счастливое будущее Российской Федерации в лице Патрушева. Но если это так, что его попытались отравить, то, я думаю, шансов из моих знаний или из моих понятий, что там происходит, я думаю, конечно, что на 90% это что-то у них внутреннее, потому что его боятся, его не любят даже внутри. И, насколько я понимаю, у них происходят там довольно-таки напряженные отношения между круга, приближенного к Путину. И так это бывает, особенно если они уже чувствуют, что его скоро не будет, и как они будут все это делить. Ведь в первую очередь, что Путин сделал, он уничтожил все демократические институты, которые мирным образом могут передать власть, если власть он теряет смертью или еще чем-то, болезнью. Ну, по-любому, если его у власти нет. У них нету. Поэтому это приведет к смуте, к драке, к кровопролитию между усобицами в Российской Федерации. Это как раз опасность очень большая от этого для России. А даже не от того, что Украина победит. А она победит все равно. Поэтому у них большие проблемы. И если Патрушева кто-то и пытался от него избавиться, особенно таким способом, как отравление, это, наверное, кто-то приближенный больше все-таки к нему, кто-то из его круга, из круга приближенных к Путину. А как вы считаете, сам Путин ищет себе преемника, угодного себе? Или же он думает, что он будет жить вечно, а среди его окружения, среди политической элиты русской, они уже сами как-то грызутся, борются за вот это вот кресло президентское? Ну, я думаю, что все политики всегда грызутся и всегда делают, это даже не важно, но в России во время войны, во время, когда война проигрывается, когда идут большие потери, конечно же, там происходит вот это брожение гнили, которая начинает и вонять, и пьянить, и отравлять людей. И это всегда так бывало, ну, в истории, которые происходят. А вот что Путин думает, Вы знаете, я никогда не могу предсказать, что он думает, потому что вот эти воспаленные КГБшные мозги, которые сегодня болтаются у Путина внутри его черепа, я думаю, никто предсказать не может. Это больной воспаленный мозг, который делает вещи в 21 веке, зная и понимая их. Он все понимает, он все знает, я уверен в этом. Это не то, что там, если бы товарищ Сталин только знал, какие у нас враги в стране, тогда бы он все это сделал. Нет, все они понимают, все они знают. Но перебороть свою болезнь, вот эту отраву власти, они не могут. Поэтому я не знаю, что Путин себе думает, чем закончит Россия. Но закончит она плохо, как и все остальные вот эти диктаторы, которые доводили до таких войн и убийств людей. Российская армия проигрывает в войне, мы так считаем, и вы так, собственно, считаете, уже об этом говорили. А для Запада это сейчас очевидно, или все же могут возникать какие-то другие мысли и мнения? Я в первую очередь думаю, что Запад это еще понял, если мы просто верили, да, что Украина победит, что Украина побеждает, если россияне там не верили в это, то сегодня уже понятно, что все верят. Но вот знают, я думаю, что об этом Запад как раз знал еще до того, как все другие. Запад это знал через 72 часа. Как только поняли, что разведка западная донесла неправду, что Украина не пала через 72, не через 48, не через 72 часа. После вот этих 72 часов, я думаю, что на Западе разведки поняли, что был огромный просчет, что украинский народ это не то, что они ожидали от этого народа. Украинская армия, украинские войны – это не то, что они ожидали. Украинский президент – это не то, что они ожидали. Был бы огромный просчет. И что она выигрывает. И вот Запад, я думаю, как раз тогда-то и сдрефил немножко, если это можно использовать такое слово в эфире, знаете, русские не совсем. Они испугались и до сих пор никак не могут определиться, потому что они боятся сегодня, я думаю, Запад, больше победы Украины, чем победы России. С Россией они знают, что делать, как обращаться, если она победит. А вот что надо будет теперь с Россией делать, когда она проиграет, и она уже проиграла. И это не только армия, это весь российский народ, если можно это назвать народом. Это вся Россия. Она уже никогда не останется в той форме, в которой она существовала много-много-много лет. Тысячи лет, сотни лет. Потому что вот эта Россия, ей придется принять другую форму. С такой Россией, которая существует сегодня, цивилизованный мир на одной планете жить не сможет. Не уживется. Если... Да-да, завершайте вашу мысль. Я говорю, не уживется, поэтому Запад, западные, то, что мы называем элиты, западные лидеры... Если народ западный уже понимает, что Россия проиграла и что это с ней мы жить не будем и не хотим, то лидеры, они еще боятся, потому что они не знают, ну что теперь, что надо будет делать с Россией в Совбезе, в ООН, вообще в ООН, что надо будет, что с НАТО надо будет делать. Мир изменится, и центр тяжести перейдет к Украине, Польше, там, балтийских стран. От Германии, от Франции, даже, может быть, от Соединенных Штатов Америки. Мир изменяется сегодня. Сегодня мы свидетели, как куется новая нация, как создается новая нация. Я сейчас 2 недели пробыл на разных ваших фронтах с самыми передовыми ребятами, которые на передовой. Это когда война победит, ваша страна сильно изменится. Она сильно изменит весь мир. Эти ребята вернутся. Знаете, если у меня есть 2 минуты, я когда-то думал, когда Америка была самой сильной, почему Америка стала такой? Это было 50-е годы. Почему в 50-е годы только в Америке уже у людей были свои дома у среднего класса, машины в каждой семье, телевизоры, холодильники. Нигде в мире этого еще не было. Вот тогда, и тогда права человека стали, там, чернокожие стали получать права. Почему в 50-е годы это случилось в Америке так быстро, в течение 10 лет? Потому что в Конгрессе у нас и в Сенате 90% людей было те, которые воевали на фронте. Не просто были в армии, а воевали на фронте. Они были готовы отдать жизнь свою. Они многие были покалечены. Они там были ради других ценностей. Сегодня у нас в Конгрессе и в Сенате 90% людей, которые даже никогда не были в армии. вот эти ребята, которые у вас вернутся, это будут те же наши ветераны 50-х годов. Они изменят и вашу страну, и весь мир. Говорят о том, что после нашей победы, после того, как мы станем членом НАТО, фактически вооруженные силы Украины станут костяком армии НАТО. Я в этом уверен, не только потому, что там у меня какая-то любовь или еще что-то к Украине, нет, или к Украине, хотя я видел сегодня вот ваших солдат, я реально могу сказать, что я просто влюблен в них, в каждого из них, они все очень разные, из разных городов, они по-разному разговаривают, по-разному выглядят, но они все просто вот... У них одна цель. Чистые, светлые люди, которые, не жалея себя, понимают, что землю надо освобождать от этой заразы. Потому что еще, что ваша армия самая опытная будет, боевая армия, в такой войне, в которой мы уже не воевали 80 лет, и которая победила ядерную страну намного... Это примерно так же, как израильтяне, когда они разбили всех арабов. То, что получилось, там было тоже смещение центра тяжести с Израилем. То же самое и здесь. Это станет костяком армии. Все же восхищались там и в 60-е, 70-е, 80-е годы израильской армией. Насколько она была профессиональной, сильная, как она разбивалась. То же самое, конечно же, произойдет и с украинской. Уже происходит с украинской армией. Как вы остановились с минимальным инструментом, с минимальным оружием, которое до сих пор вам дает Запад. Это минимально, это капля в море, это чайная ложечка. Но вы все равно их остановили и гоните, и все время пытаетесь перейти в контрнаступление, даже если у вас нет превосходства в небе. Поэтому, конечно же, уже смотрят на украинскую армию, уже будут у нас изучать в академиях везде, как вы топили Москву, как вы победили в Черном море, не имея флота. Да и потопили непотопляемый корабль непобедимой армии Великой России. Это все будет уже изучаться, это уже начинается на это смотреть и изучают уроки будущей войны на Западе. Поэтому я уверен, что украинская армия, я думаю, что после победы это не украинская армия вступит в НАТО, а НАТО вступит в украинскую армию. Мы тоже в это верим. И вот еще одна как раз тема, мы о вооружении заговорили. Рамштайн 4 фактически на носу, уже завтра будет эта долгожданная встреча. И правду говоря, с экспертами, здесь обсуждая Рамштайн еще неделю назад, мы каких-либо больших надежд не питали. Мы пытались разобраться, чего же нам ожидать. Вероятно, думали немного. Но вот сейчас последнее заявление, это и министр обороны Резников, и секретарь Совбеза украинского Данилов и еще несколько чиновников, они все обещают нам приятные сюрпризы. И все чаще сейчас говорят и о 300-километровых, собственно, снарядов для хаймарсов американских. И вот, соответственно, вы как считаете, услышим ли мы завтра решение о поставке таких снарядов? Я думаю, что мы услышим это. Мы услышим, что они скажут, пообещают еще и «Хаймарс», и самолеты, и подводные лодки, и перевернуть землю с небом, чтобы помочь. Мы все это услышим. Мы всегда все слышим, то, что мы хотим слышать. И они знают, что мы хотим слышать, и они это говорят. Но я бы хотел это увидеть. Вот, опять же, я говорю, где сейчас я посетил, я пока что... В огромном количестве всего и достаточного всего я еще не видел. Допустим, везде нехватка просто машин, просто вот всеприводных машин. Где бы я ни был, они говорили, нам нужны вот эти бандеромобили, ну, чтобы и раненых возить, чтобы подвозить продукты, подвозить снаряды. Нужны машины. Нет вот этих вот машин, они на фронте там от 5 дней до, может быть, 2 недель. Потом они убиваются. И вот я думаю, вот у нас же уже списаны, мы больше сняли с вооружения наши «Хаммеры». Я думаю, что у нас сотни тысяч этих «Хаммеров» стоят в Европе, где почему бы их не переслать? Это даже не летальное оружие, даже по этому лан-лизу. Поэтому слышать-то мы будем все слышать как надо. Я бы хотел еще это все как можно скорее увидеть на фронтах Украины. И мы видим, опять же, что с минимальными расстояниями, с какими-то десятков этих «Хаймарсов» нету, или гаубиц там сотни, чуть может быть больше. Это, в принципе, все очень мало для такого огромного фронта против такой огромной армии, против которой вы воюете. Но я надеюсь, что все-таки это пойдет, что мы все-таки додавим, дожмем это, и Запад начнет давать Украине то, что Украине необходимо, и чтобы Украина смогла сохранить жизни своих доблестных воинов, своего гражданского населения и детей, и начать освобождать свою страну от нечисти, которая сюда заползла и бомбит мирные города, села. Опять же, я видел, как вот они просто пуляют по селам, просто по мирным людям. И на меня больше всего произвело впечатление. Я вот надеюсь, что вот в Рамштайне мне хочется взять их и отвезти всех туда, когда я видел, когда на одной вот идет дорога, и вот с этой стороны дороги собирается урожай, растут подсолнухи, комбайны работают, люди ходят и собирают каждое зернышко, а на другой стороне оно горит, они их бомбят. И даже при бомбежке, при обстреле эти люди все равно пытаются спасти урожай. Таковы наши реалии, к сожалению. Что ж, еще к одной теме интересной, кстати, и даже очень, потому что уже в который раз придумывают всякие истории наши русские не друзья. И, собственно, добавлю информацию, опять же, на украинском и с вами обсудим. Зазирнули у вічі чудовиськам. Російські парламентарі розповіли про нібито секретні експерименти над українськими військовими. Аналіз крові солдат ЗСУ, як стверджують у Раді Федерації, показав, що їх начебто перетворили у надзвичайно жорстоких чудовиськ, пишуть пропагандистські ЗМІ. І, звісно ж, подібні експерименти, мовляв, проводять в американських біолабораторіях, розташованих на территории Украины. Гарри, для понимания, коротко говоря, считают парламентарии русские, что якобы наших солдат каким-то образом зазомбировали, я не знаю, каким-то образом преобразили, что у них глаза чудищ. И сделали это якобы в, конечно же, американских биолабораториях, которые на территории нашей страны есть. Как вы можете прокомментировать эту новость? Это хороший фильм, можно из этого сделать. Ну, смотрите, это как вы можете объяснить это? Вот вы можете, представьте себе, что у вас два молодых, умных журналиста сейчас поставят в Российской Думе, и вы объясните, каким образом вы можете побеждать самую патриотичную, самую профессиональную, самую смелую армию в мире. Каким образом вы это можете? Вы же не можете это побеждать, потому что вы грамотно воюете, потому что вы смелые, потому что они бездарные. Это же не объяснение. Это потому что вы наркоманы, потому что вас биологически изменили, потому что были эксперименты на генетическом уровне. Помните, Путин говорил, что в этих лабораториях разрабатывается, как избавляться от славян или даже русских, он сказал, генетически. Вот мое понятие в генетике очень мелкое, но я даже сам понимаю, что такое невозможно сделать, потому что особенно в этом районе здесь у всех все перемешано генетически. Поэтому мы больше ничего другого придумать не могут, почему вы побеждаете. Это должно быть что-то сверхъестественное. Я не удивлюсь, если в конце концов Рогозин, вот, кстати, Рогозина же уволили. Жалко, это был один из наших лучших агентов в России, который разрушал все. Вот, видимо, его поймали. Но я не удивлюсь, если такой, как Рогозин, выйдет и скажет, что забрали украинских солдат на Марс куда-нибудь, или там их тоже американцы зарядили чем-то, и теперь вот поэтому они так метко стреляют по мосту, иначе бы невозможно это было. Вы знаете, ведь если вы посмотрите, что в России происходило последние 20 лет, вот фильмы даже, которые они делали на Беларусь-фильмы и все эти военные фильмы, как русский солдат сражается, как он воюет, даже НКВДшник, даже вохровец, даже там плохой, слабый, они все равно все становятся очень патриотичны, они все равно погибают. Побеждать. И даже то, что их родителей Сталин сгноил в лагерь, они все равно любят Россию, они все равно даже не советские, а русские, российские богатыри. И они всех все равно победят. И американцев, и британцев, и украинцев, и всех, и марсиан, они всех побеждают. А в реале получается не так. А в реале получается, что они бандиты, насильники и грабители, алкоголики и дебилы. И как вы это объясните? Как вы это объясните, что украинские солдаты, когда у них 100 выстрелов, а у вас один, но в мост? Как вы это объясните? Конечно же, вы напичканы американцами чем-то сверхъестественным, что вас делает зомбами. И потом вы не понимаете, что вы вообще не очень умны. Они же пришли вас освобождать от фашизма, а вы не хотите этого, вы против этого деретесь. Вы нормальные люди или нет? Конечно же нет, и это понятно всем. И поэтому что еще они могут объяснить? Вот, кстати, наши удары по складам, по мостам в Херсонской области готовят такой себе плацдарм к нашему скорому контрнаступлению на юге. Как российская пропаганда будет объяснять для своей внутренней аудитории, собственно, то, что украинцы назад вернули себе юг, фактически спецоперация их так называемая провалилась? Какие они доводы, аргументы будут искать? Ну, то, что, опять же, что весь мир, весь Запад, все НАТО вам помогало, и поэтому ну, вы, в принципе, не вы, а они смогли. Но я думаю, что даже этого объяснения не будет. Я думаю, что они просто доброй волей, потому что по доброй воле они решили все-таки... Отступить с юга. Чтобы сохранить жизни... Да, ну не отступить, а пока что остановить войну, чтобы было меньше. Потому что они уже добились всего, что они хотели, они вас проучили как следует. Значит, вы уже осознали, будете меняться. И еще что-нибудь напридумают. То, что в России могут придумать объяснение на любое действие, это понятно. Послушайте, и все говорят, слушайте, ну у вас один и тот же чудак. 20 лет КГБшник вами управляет, вы понимаете, что это ненормально. Они все равно могут это объяснить. Они объясняют, это тоже стабильность, там, это духовность, скрепы. Черт знает еще, но придумывают слов, которых я даже не понимаю, а некоторые даже выговорить не могу. Но это не важно, на вас это никак не влияет. У вас задача их уничтожить на вашей земле и изгнать их отсюда. То, что стреляют, опять же, я хочу подчеркнуть одну вещь. Это не хаймарсы стреляют так хорошо. Это вы стреляете так хорошо. Хаймарс — это только инструмент, который хороший, острый нож, которым вы можете провести операцию хорошо. Но все равно хирург нужен талантливый, хирург нужен толковый. Потому что это ваша разведка наводит на правильный, может быть, совместно с другими разведками, но все равно ваша. Все равно это ваши ребята сидят на кухне. Я разговаривал с очень уважаемым человеком, который, это из первых уст, который мне рассказывал, как была подбита Москва, которую потопили украинцы. И вот эти все разговоры, что там был Байрактар, что там была разведка другая, что их навели, что они там... Это все неправда. Это подбили ваши ребята. Я надеюсь, их наградят за это. Это был командир, который поймал этот корабль какие-то несколько секунд, когда он вскрылся, вышел из горизонта. Уверен в себе, что украинцы не смогут, что у них нету, что они не догадаются. Принял командное решение, наверное, какой-то молодой командир, и подбил его. Вот это были не ракеты, это были не хаймарсы, это были не гарпуны. Это были ребята, которые стояли, ждали, выжидали, работали, планировали, тренировались. И когда появилось эти несколько секунд, они приняли решение и это сделали. Это ваша заслуга, это ваша победа. А хаймарсы это, конечно, хорошо. И гаубицы хорошо, и самолеты наши хорошо, и танки бы немецкие хорошо. Но все равно дело делаете вы, ваши солдаты, с которыми я сейчас провел время. И готов, я не знаю, как выразить мои эмоции даже, что я в них видел. Дайте им инструменты, дайте им оружие, и вы увидите такую победу, которую мир еще не видал. Что ж, надеемся, завтра таки случится, собственно. Вот о панике России заговорили. И интересные также факты, которые нам такими показались. Это тревога учебная в Москве. Она будет уже, кстати, завтра тоже, с 10 утра по 12 обеда. Это, собственно, один тезис. И второй, это просьба Кадырова. Собственно, он хочет, чтобы ему дали ПВО и поставили его в родном селе, чтобы защищало его. О чем могут свидетельствовать такие действия России и такие решения Кадырова? Они нагоняют панику, что вот сейчас, понимаете, это не только сейчас случилось, это всегда, если вы подготовка досмотрели... к мобилизации? Подготовка к тому, что Украина сейчас нападет на Россию. Это часть этого театра. Потому что если бы вы смотрели российские новости, российские ток-шоу, эти передачи разные, то вы бы видели, что впечатление создавалось такое, что, особенно для человека, который не очень вникает в это, во все, что маленькая, мирная, духовная Россия, которая просто хочет всех любить и мирно со всеми жить, и всех помогает, которая спасла мир от фашизма, окружена огромной, агрессивной фашистской Украиной со всех сторон. И надо готовиться вот к этой войне, надо готовиться к войне с НАТО, надо готовиться к войне. Вот эти фильмы все, что они показывали, эти парады, это все часть вот этой вот подготовки и промывания мозгов, и подготавливания этого крепостного, мужиков крепостных, чтобы они с вилами пошли на французов там, или на немцев, или еще на кого-то. Поэтому это часть этой схемы, которую они разрабатывают. Насчет Ахмата Рамзановича, Рамзана Ахматовича, по Фрейду, да. Он боится, что его будет американская авиация или украинские ракеты, или украинские истребители бить по его родному селу. Рамзан Ахматович, вы же генерал, вы же герой России. Я обращаюсь к вам как к академику, как к человеку науки. Я вам скажу, вам голову отрежу, не американцы, не натовцы. Вам голову отрежу чеченцы. И они это сделают в традиционном, своем гордом воинском порядке, а не какими-то ракетами или бомбами. Все это будет сделано настоящими чеченцами, которые хотят свободу в Чечне, которые хотят Ичкерию, которые хотят жить по своим гордым традициям, а не вот этим вот, которые вы им создали. Поэтому, Рамзан Ахматович, не бойтесь американцев и натовцев, бойтесь тех, кто и живет в селе рядом. Гарри, мы вас услышали. Спасибо, что нашли время и присоединились к нашему эфиру. Нагадаю нашим глядачам, Гаррі Табах, капітан першого рангу ВМС США у відставці, був з нами на прямому зв'язку.